Уже более четверти века в Ленинском районе располагается рыбное предприятие «Риф». За это время из небольшой фирмы оно выросло в крепкого представителя среднего бизнеса. Обороты компании растут, постоянно увеличивается количество продукции и совершенствуется ассортимент. Раскрывая секрет успеха, капитан этого бизнеса Сергей Кротков называет главные качества в отношении к работе – честность, трудолюбие, уважение к покупателю. «Риф» – это абсолютно сбалансированная система, в которой все сбалансированы и все находятся в определенном, ну скажем так, правильном равновесии. Да, вот это наша идеология, это наша, скажем так, идея, чтобы делать хорошее производство, делать хорошую продукцию. Познакомиться с коллективом «Рифа» приехал заместитель главы администрации Ленинского района Альберт Гравин. В своем приветственном слове он подчеркнул, что власти всегда открыты бизнесу. Мы вами дорожим. Предприятие достаточно большое по нашим меркам в рамках вот сельского хозяйства, переработки. Трудится 96 человек, около 100 человек персонала. Какой процент жителей Ленинского муниципального района? 60%. Традиционной частью таких визитов является чествование лучших работников и вручение им юбилейных медалей. Нина Леонидовна, поздравляю вас. Вот вам медаль. Продолжился визит экскурсии по святая святых компаний, производственным цехам. И посмотреть есть на что. На просторных площадях «Рифа» размещается самое современное оборудование. Но каким бы совершенным оно ни было, в рыбном деле никуда без тепла человеческих рук. И 100 грамм мне надо положить. То есть вот в каждой упаковочке 100 грамм, да? Да. Ну, плюс-минус, как вы сказали. Да, да, да. Собираете, да, кусочки? Ну вот, нарезали нам, мы их укладываем. Рыбу сюда привозят из разных уголков России. География обширная. Дальний Восток, Север, Юг, Черное, Каспийское море. Кроме того, у компании есть свои хозяйства на Валдае и в Карелии. Неизменно одно – высокое качество сырья. Только так можно получить вкусный продукт. Творчески подходят и к рецептуре. Главный технолог Иван Кротков внимательно следит за предпочтениями потребителей. Мы, например, постоянно любим переделывать линейку пресервов. Это всевозможные селедки с майонезных заливках, горчичных. У нас есть, например, селедка под шубой мы делаем в банке. Запах стоит всегда новогодний, прекрасный, прямо в цеху, когда мы ее делаем. То есть это простой вариант, ты ее открываешь, как бы добавляешь пару ингредиентов, если хочешь, и ешь. А настоящих гурманов скоро порадуют суши от компании «Риф». Причем уже в этом году. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.